всем. Мы часто придумываем с вами соло гитарное. И, как правило, если есть какой-то в интернете ролик, как придумывается соло, то, как правило, он уже придуман, записан, и просто там вот здесь я сыграл это, здесь я сыграл это, здесь я сыграл это. И зачастую бывает, что сами соло придумываются там очень долго. Скажем, там час, два, три, четыре, иногда два дня, иногда три дня. В зависимости от того, как человек мыслит и какой у него вкус. И я решил сейчас тоже проделать с собой, в первую очередь, такой небольшой эксперимент. И мне просто интересно. У меня есть небольшая песня. Я помогаю одному товарищу записать гитару в ней. И задача стоит такая, чтобы прописать соло. Соло очень коротенькое, не металлюжное, не... То есть без всяких вот этих вот пассажей, искрометных. То есть нам нужно сделать его вкусно, со вкусом, то есть и интересно. И перед тем, как его начать делать, я просто вот поставил камеру, и мне даже чисто спортивный интерес самому, то есть смогу ли я его за час сделать. Бывает так, что легко идет, бывает так, что вообще не получается. Так что сейчас попробуем на глазах у вас его сделать, записать, и, собственно, посмотрим, что из этого получится. Поехали. Значит, у нас получается гармония достаточно простая. То есть получается у нас си бемоль, фа мажор, соль минор и ми бемоль. То есть все на пауэр аккордах, все. Так, почему-то ревер звучит у меня. Почему ревер звучит? Так. Сейчас, секунду, отключим ревер. Он нам не нужен здесь. Почему-то он звучит. А, он у меня в сенс. Все, без ревера. Так. Так, ну что ж, пробуем. Значит, си бемоль. Начнем с си бемоля. Обычно как соло придумать? То есть мы берем сначала какой-то аккорд, просто мы солим его, и потом что-то рождается. Например, сейчас не будем говорить об импровизации там или еще о чем-то там. То есть гармония достаточно простая, она у нас диатоническая. Здесь, в общем-то, никаких отклонений нет, то есть можно смело играть. По сути дела, для тех, кто не умеет вообще соло делать, можно играть просто одну пентатонику, например. У нас получается си бемоль, например, по соль минор. Ну, условно, я сейчас не говорю о том, что мы сейчас будем с вами записывать именно соло в соль миноре, там, ну, по пентатонике. Но хотя, если мы это сделаем, то будет получаться вот что. Условно, да, то есть какие-то такие шаблонные моменты, то есть вот просто на тяп-ляп. Вот, но хочется что-то не тяп-ляп, а хочется каких-то конкретных фраз. И вот сейчас эти фразы попробуем сделать, творческий процесс, он довольно такой муторный, скучный. Можете проматывать там сколько-то там, по 10, по 20 минут для того, чтобы видеть творческий процесс. А я попробую сейчас просто, не отвлекаясь на камеру, просто начинать творить какие-то фразы. И в процессе я надеюсь, что у меня получится за час что-то записать. Погнали. Я буду сидеть к вам спиной, так что, ну, не обижайтесь, без обид. Вот, но я думаю, ничего страшного не будет. Так, фраза интересная. Попробуем ее записать, чтобы уже ее не забыть. Ну-ка. Так, фразу записали, фраза есть. Та-ра-та-та. Сюда уходим. Так. А если сюда уйдем?
этапы. А, это лишний гудок. А, вот так сделаем. Та-да-да-да. Слайдом идем. Второй это получается. Послушаем, что у нас получилось. Да, уже не нравится. Вторая фраза не нравится. Вот эта нотка вроде бы ничего. Так, так сейчас. Та-да-да. Сюда, ну-ка, и оставим. Что сидишь целый вечер, придумаешь, а нифига не идет. А-а-а. Что делать? Дальше выдумывать. Так, если здесь не получается, уходим из этой позиции куда-нибудь вот сюда. Здесь у нас что? Ага, здесь у нас тональ. Если в этот тональ сыграет. Если, например, по
затяжку сделать. Вот так, си бемоль. Только на октаву выше. Например, так, что получается. Так, нормальная фраза, попробуем написать. Сорвался, не удержался. Так, послушаем, что получается. Вот это убрать. Та, вот это, в принципе, неплохо. Та-да, вот сюда придем. То есть вот. Та-да. Еще ноту надо, чтобы вот так, чтобы засвистело, чтобы две нотки взять. Как оно слушаться будет? Ну-ка, там, па-пам-пам, та-да-там. Мне нравится последняя нота. Вроде как неплохо. Там, та-да-пам, та-да-там. И вот а если оставить. Та-да-та. И оставить ноту. Ну хорошо, получается. Так, жирная нота, конечно, слишком длинная. Ну, сейчас послушаем. И вот здесь нота. Сюда прийти. Так, на этот дом у нас получается. Вот такая. Так, это соль мы сейчас замутируем. По-моему, шикарно, правда. Сейчас посмотрим, сейчас ее ставим. Так, это мы удаляем и сюда запишем. Та-та-та-та-та-та-там. Только с этой нотки. То есть получается. Ага. Вот. Так, на второй палец только крутится. Так, послушаем.
тара-та-та-там, нужно сыграть чистенько, ровненько. Но сама фраза интересная, в принципе, на мой вкус. Так, послушаем, сейчас порепетируем ее под метрономчик, где у нас там сколько там. Получается 164, поставим метроном, чтобы сразу же ее сыграть. Да, соло писать, творческий процесс, гораздо проще уже писать готовое сочинение, то есть просто его засел, записал и все, то есть просто потратил какое-то время. А когда придумываешь, особенно когда ты придумываешь, запишешь, а заказчику не нравится, он говорит, что-то не то, и все, и у тебя бум. Вот, ну ничего, все нормально. Так, слушаем дальше. Иначе все. У меня было такое, что я 3 часа писал трек, писал и заглючил этот Cubase. Просто заглючил, просто не отвечает и все. И вот просто наглухо. Все партии, которые я там записывал гитарные, да, они там сохраняются где-то, но просто их надо выводить опять вот под эти все дорожки. И никак. Все барабанные партии мидишные куда-то скрылись, басовые тоже, то есть вообще ничего не стало. Так, то есть вот мы сделали первую фразочку. Вот, долго-долго мучение у нас было, но мы ее, в принципе, сделали. Так, сохранили уже все ненужные файлы у нас в медиа. Open Pool Window. И вот эти все трэш-файлы удаляем, чтобы он не засорял нам комп. Так, дальше делаем вторую фразочку. Так, послушаем эту фразу и двинемся дальше. Да, я придумаю соло на основе еще гармонии, то есть это соло может быть теоретическое или же такое душевное. То есть в данном контексте соло оно такое больше душевное, то есть его придумываю именно так, как вот оно выходит. То есть вот слушая гармонию, то есть он та-там, па-пам-пам, та-ра-там, а вот дальше ход ту-ра-ру-ру-рам, то есть он больше теоретический, то есть я подогнал просто под гармонию его, то есть именно вот этот ритм. И еще машинкой так потряс. Вот, ну и чтобы красиво было. Так, и дальше следующую фразочку давайте попробуем подумать. А дальше фразу можно сделать что-нибудь. Ну что-то не особо сейчас. Если сейчас попробуем записать, так, ну-ка.
Послушаем, да? Немножко стаккатное какое-то, да? То есть ту-ту-ту-ту-ту, больше легатости добавим. Та-та-ра-та-та-та-ра-ра. Сделаем его легатнее. Так, легатнее сделаем. То же самое, но с легатностью. И сразу пришло на ум во время игры сделать нисходящее движение, просто по гамме. Так, что получается у нас тогда? В итоге, ну-ка. Ага, убрать вот, вот такие штуки как раз там получается. Вот эти вот стивайские штуки убираем сейчас, то есть они здесь некрасиво звучат. То есть играем сейчас просто. И все-таки, то есть хочется. То есть, например, сначала играем ноту та-та-тра-па-па-па. И последнюю ноту только делаем вибрато. Вот так сделаем сейчас. Так, поставим. Сейчас послушаем, как это будет у нас слушаться. Забыл сделать та-та-ра, легатнее. Та-та-ра-та-та-та-ра. Но все равно прослушаем. А здесь та-ра-да-ра-да-ра-да. И сделал сложение, например, вот так. Может быть, такое сделать. Сразу же, да? То есть первый звук делаем. А потом? То есть сразу же такую штуку сделаем. Так, ну-ка, что у нас получается? Сначала мы играем на верхнем датчике, потом, когда приходим сюда. Так, как это технически сделать? Ага, то есть датчик мы опускаем. Ну, попробуем сейчас сыграть. Так, это мы убираем. Сначала на верхнем датчике, потом на нижнем. Так, послушаем, как это звучит, красиво или нет. Потому что когда играешь один эффект, когда сам себя слушаешь, немножко другой эффект. Так. Ага, ну в принципе неплохо, есть что-то в этом такое. Сейчас послушаем полностью две фразы, что получается. Счет, если честно, не особо нравится. Вот этот тарарудуда, он сюда не подходит. Почему? Потому что там обыгрывается другой аккорд. И что-то не особо слушается, мне не нравится. Там получается. Там просто дело в том, что обыгрывается фа-мажор в гармонии, а я играю еще до с добавленной, там, что там получается, сус получается. И получается, что, ну, понятно, что ноты фа есть, фа, фа-ля-до, то здесь, то есть как будто обыгрываем фа-мажорный этот сус-двойку. То есть там получается замена такая интересная, то есть вроде как это и до-мажор, получается у нас сус, С, сус, 4,
либо же F-SUS-2, то есть вот такая тема. Но что-то он не вписывается сюда, по-моему, как он. Не знаю. Сейчас попробуем его, а если я его уберу? И вот вместо этого фа-мажор ставим. Вот так, вот этот. Вот этот аккорд. Соним, что у нас получится. То есть это у нас получается... сюда придем. Ну-ка. Сделаем так. Это удаляем и пробуем записать новую фразу. Да, соло придумывается именно так. Ну, по крайней мере, я так придумываю. Иногда могу быстро придумать, иногда могу прям сидеть, придумать, а потом не понравится все выкинуть и вообще все. Так. Сейчас, например, перетянул, сильно перетянул. И сейчас перетянул, ну-ка. По-моему, интереснее звучит. Вот именно когда в конце обыгрываем фа, сус, 4, то как-то получше, по-моему. Ну-ка. А вот дальше пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе не отсюда. Не то немножко. Лучше, конечно, там, наверное, все-таки и вот в этой фразе, вот в этой стилистике и придерживаться этого соло. А если мы добавим секвенцию такую? Тарату, тарату, тарата. То есть вот мы сыграем. Не очень лирически будет. Там. И потом там что-нибудь. С куда-нибудь, но это немножко не отсюда, не из этого. Так, что-нибудь там. Не идет, в голову ничего не идет. Это как, знаете, как вдохновение. То есть оно вот вроде как иногда прет, а еще тем более это стоит камера. И когда это все записывается на камеру, вот именно сам процесс, оно всегда сложнее. Оно, ну, то есть ты как будто стараешься быть лучше, а стараться лучше, это не получается, как стараться быть лучше, ты такой, какой есть. То есть ты играешь так, как ты играешь, то есть не лучше, не хуже, как есть. А мы всегда пытаемся из себя что-то выдавить. То есть мы же все великие гитаристы, да ведь, мы же ведь стараемся показать, что мы вообще там супер, там, не знаю, до неба там уровень. А он такой, какой есть. Вот он есть вот сегодня вот такой. И ты не можешь себя выдавить. То есть вот получается так, что я сижу сейчас уже сколько? Сколько я просидел? Ну, прилично уже просидел. И получается, что я только сделал вот... Один квадрат я сделал, то есть там 4 такта. А их еще там, получается, еще 3 квадрата. Вот, то есть достаточно тяжело работать так. Но ничего не поделать, поехали дальше. Слушаем фразу, вдохновляемся и придумываем следующую фразу. Поехали. То есть еще пришло вот что. Тут я технически сейчас подумаю, как это лучше здесь. Так оставить, либо, а если мы оставим, что у нас будет, ну-ка? Либо оставить. Попробуем сейчас оставить.
минор. Если по соль минору что? Что-нибудь теперь надо по соль минору сыграть. Так, можно, может быть, но у нас анализ, в принципе, такая одинаковая. В общем-то, можно и не по соль минору играть. Так. Так. Если вот у нас соль минор. Это соль минор. Если мы его сейчас попробуем втиснуть, что получается? То есть у нас идет сначала там. Ну это пошли арпежи. Арпежи банально слишком. Там можем. Какие такие штуки уже, это уже немножко не оттуда. Так. Например, та-та-ра-ду, та-ра-ду. Послушать его вне игры. Не, не то, вообще не нравится. Не пойдет. Так, что-то здесь другое надо написать. Так, а если мы опять уйдем сюда? Соль минор. Уберем сейчас. Я не хочу пилить сюда, здесь немножко другой характер. Хотя можно так 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 так. Запилить можно даже сюда. Какие-то там так 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 так.
главное себя в руках держать. Да, но этот ход уже немножко не, вообще не то. Не отсюда. Так. Хочется та-ра-та. Так. Немножко поправим. Камера немножко съехала. Это вредный пес все делает. Вот этот вот. Вот этот пес. Она тоже со мной играет на гитаре. Так, та-ра-та. Так, вот сюда такую штуку сейчас попробую ставить. Что будет? О, ту-ра-да-да-да-да-да. Раз, ну-ка, в рейтинге. Там па пам пам пара там там та там там та та там. Ну-ка, запишем. Та-та-та-там-та-там-там-та-там. Спрянинский почерк, по-моему, такой теплый, слегка попсовый такой. Ну, в принципе, неплохо звучит. Сейчас послушаем в миксе как. Ну, в принципе, неплохо так. А посмотрим, как эти две фразы у нас звучат сначала. Нормально, сохраняем. Сохраняем. Мне нравится. Можно до бесконечности это, конечно, править, но, в принципе, неплохой. Вариант неплохой. Так. Сохранили, лишку удалили. Так, идем дальше. Дальше слушаем. Так, почистим хвостик. Чик. Почистим. Так, так немножко вот сюда его сделаем. Так. Так, дальше у нас снова. Дальше та же самая гармония пошла. Остается сколько там у нас соло сыграть? Так, остается у нас чуть-чуть. То есть, ну ровно столько же остается. Вот сколько времени мы потратили на то, чтобы создать половину соло какого-то там, вот такого вот по времени. Вот, но надо его сделать, чтобы самому нравилось. Но может процесс бесконечный, потому что сейчас оно может понравиться, а через час оно может вообще не понравиться. То есть там просто скажешь сам себе, что что за вообще за ерунда такая. Так, ну ладно, пробуем. Так, значит, у нас получается, мы сыграли. Дальше пробуем играть. Следующий ход. Только единственное, что надо поровнее прописать. Та-да-т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 а
Вот здесь вот. Может быть, добавить кварту сюда. Вот эта нота фа, она должна звучать в гармонии. То есть не должна быть после. И здесь она раз и одна. То есть ее тоже надо. Вот как-то. Что это сейчас?
забыл. Забыл соло. А, все. Ой. Сюда может быть присильнее. Так, это мы замутируем трек этот вот так, и его сейчас отсюда вот сыграем. Так. Да, и за вибрики началось. Последняя нота, единственное, что по ритму не понимаю, как сыграть. Там-та-та-та. Сцена это такой. Там-та-пам, та-там, 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 та-там-та-пам. Вот так что ли попробуем сделать, да? Поехали. Так, только поровнее. В миксе, как это звучит. Так. Да, вот так лучше. Так лучше. Вот этот вариант оставляем. Так, дальше следующая фраза у нас идет. Так. Вот отсюда. Ой, это надо. Странно. Ага, это грязь просто. Так. Ага, вот так закрыли. Так, ну-ка. Так, ага, перекрыли. Ну что ж, вот мы сыграли половину соло. Дальше можешь что-нибудь такое добавить, какую-нибудь... остринку, что-нибудь трыц, какую-нибудь пробежечку такую легкую, легкую, ненавязчивую, чтобы она не вызывала такое, ну когда же она закончится, то есть быстро что-то рам и опять в мелодию уйти. Так. Достаточно нам вот так-то будет. То есть здесь получается 16. Что-то такое хочется. Сейчас чуть-чуть пораньше сделаю. Вот здесь. А, получается. Здесь лучше, наверное, даже два такта. Но два такта уже будет лишку. То есть так, а что если сделать один такт с шестнадцатыми, а второй такт с шестнадцатыми с восьмушками? То есть так-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 
тогда. То есть как-то так. Та-т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 а. Так, это немножко это.
происходит туда-сюда. Так, это сыграли. Раз, два, три, четыре. И вот сюда приходит на следующий такт. Раз, два, три. Как это будет слушаться? Ну, в принципе, неплохо. Ну, в принципе, он укладывается математически, но некрасивый. И вот этот вот... Раз, два, три, четыре. В размер. И осталась еще одна четверть, где мы можем сыграть. Так тоже некрасиво. Так, слушаем так. Я думаю, не лезет. Так, у нас получается си бемоль мажор. Мы можем, мы его обыграем, это мейдж, большой мажорный септаккорд. Раз, два, три, четыре, раз. Тара-тара-тара-тара-тара. Раз. А сейчас, например, раз, два, три, четыре, раз. Это сильная доля. У нас получается лучше половина. И вот, например, такой ход заберем. Это получится гамма. А что плохого в гамме? Как это будет слушаться? Математически не понял, как это все укладывается. Получается у нас это первый такт. Раз, два, три, четыре, раз. Это второй такт. Раз, два, три, четыре, четыре. Вот это четыре, четвертый, раз. Так. А если сюда прийти, то есть получится такое.
два такта у нас. А, сейчас. Раз, два, три, четыре, раз. Приходится тренировать перед записью, ну, чтобы они нормально легли. То Но лучше помедленнее сыграть сейчас. Помедленнее сыграем, в темпе, наверное, вот в этом 120. Так, 164. Слушаем, что у нас получится. Не укладывается, не получается. Не выученный ход, не отрепетирован. И неизвестно, смогу ли я его вот именно сейчас сыграть так, чтобы он, ну, в запись. То есть, если его посидеть денечек, погонять в медленном темпе, чтобы пальцы именно привыкли его играть, конечно, он, да, запишется. А если его сейчас прям писать, то неизвестно, что будет. То есть именно, чтобы вот он вот так звучал. Я попробую сейчас его записать, послушаем, что получится. Сначала просто порепетирую без записи. Я опережаю, как будто бы опережаю. Дальше пошло. Так, сейчас послушаем. Сейчас. В принципе, вроде бы получается. Сейчас попробую записать. Так, что у нас получилось? Сейчас послушаем. Так, метроном здесь отключим, чтобы она не цикла. Ой. Неровно. Не пойдет такой трек. Не пойдет. Надо записать чище, ровнее. Так.
метроном. И такого сильно погонять. Да, вот уже сейчас более-менее что-то вырисовывается. Ну-ка еще раз. Я концовочку запорол. Длинную ноту специально ставил, для того, чтобы просто потом... Так, послушаем. Ну, более-менее. Так, сейчас послушаем это без хвоста и без метронома, без клика. Просто под барабаны. Так, что у нас получается? Так, вот этот да, вот эта нотка, как будто бы она раньше пришла. То есть та-та, то есть такая как 32-я, та-там, то есть та-там, как будто бы. Сейчас еще раз послушаю. Хотя нет, вроде бы нормально. Сейчас еще раз. Так, тугу-дуги-дуги-дуги-да. Так, на всякий случай еще раз очень дубль запишу. Чуть получше. Сейчас послушаем его. Так, тот вариант мы пока не удаляем, просто его замутируем. Этот мы вот сюда сделаем вот так. Вот так, что он получится. Ну-ка. По-моему, правнее. Сейчас еще раз послушаем. А тот еще раз. Вот у того концовка неровная, оно середина хорошая, четкая, а у этого наоборот, середина немножко размазанная, четкости нет. Значит, что мы переписываем? Значит, ни тот, ни другой не подходит. Убираем. Так, тренируемся еще. Вот сюда надо прийти вдоль, прям так, да. Ее. И чуть-чуть только вибрато сделать. Ну, это, допустим, просто пускай будет. Окончания такие можно сейчас заменить. Самое главное, чтобы... Ой. Самое главное, чтобы была середка нормальная. Здесь. Ну-ка, послушаем, что получается. Вот не нравится мне последний ход. Только да-га-да-га-да-га-да. Вот так вот. Да-га-да-га-да-га-да. Я хочу, чтобы было... Да-га-да-га-да-га-да-га-да. Вот так вот, так, чтобы звучало. А так не звучит. Переписываем. Чё? И с метрономчиком. Ну-ка, пробуем, погнали. Окончание хорошее. Вступил, поторопился вступить. Да, вот такие фразочки прям тяжело даются. В плане ровности. Надо записывать идеально.
когда ты начинаешь бежать. Послушаем, послушаем. Первую ноту уже подробился. Вот сейчас получилось прописать прям как надо. То есть не поторопился, сам себя немножко сдерживал, когда я при игре прям тормозил и прям попало. Попало прям как надо. Так, вот мы пришли. Так, сохраняем. Сохранили. Так, ненужные файлы выкидываем. Open, pull, window. Оп, delete, чик, все. Чтобы не засорять. Так. Так, осталась еще одна четверть. Еще чуть-чуть. Это мы уже сколько пишем? Ой, это что, уже час прошел? Ничего себе. Да, вот так вот за час. Такое коротенькое соло. Не получилось записать. То есть еще больше времени. Так. Вот отсюда. Вот с этой ноты дуру-дуру-дуру-там, и вот отсюда, надо что-то пам, что-то отсюда теперь надо писать. Дуру-дуру-дуру-дуру-пам, пам, дарам, дарам. Можно взять мотивчик из... из припева оттуда, по-моему, он там есть, такая, например, у нас же сейчас был быстрый пассаж, значит, сейчас надо чередовать. И сейчас мы сделаем такой такт лайтовый, куда-нибудь. Ага. Но сделаем это слайдом. Вот сюда, например, как это будет слушаться, давайте послушаем. Сыграть. Вот такое. Вот так сделаем, да? Так. Так, или же оставить. Па-па-па-па-па-па-пам. И оно идет. Пошло. Сейчас послушаем и так, и так. То есть это у нас вариант, где заглушка идет. Так. Так, и там у нас получится ревер.
Сейчас. А если оставим, ну-ка. Сколько надо, чтобы нотки правильно были? Так, вот если так будет, мы послушаем, что будет у нас, что получится. Нет, не понравилось. Лучше оставить обрезанный вариант. То есть вот этот. Оп, и там эхо просто наложится. Так, ну-ка. Так, и вот здесь нам надо сделать. Так, ну что, вот в принципе вот и все. Так, сохраняем, ненужные файлы убираем. Open pool. Удаляем. Все окей. Так, сохраняем еще разочек. Так, пробуем наложить небольшой эффектик какой-нибудь. Что у нас там есть, ридер? Ну, такой небольшой ридер. Так, ну что ж, и что у нас получается? Полугромкость рука. Так, ну что, вот, в принципе, закончилось сочинение записи соло. Вы сами все видели, то есть такой творческий процесс. Где-то получается, где-то не получается, где-то какие-то фразы быстро, где-то они переписываются. Но в целом получилось то, что получилось. Получился вот такой проигрыш. Что вам понравилось это видео и вообще идея записи и придумывания таких соло. По сути дела, можно по-разному, разными способами придумать. То есть можно придумать от души, то есть это по слуху, то есть напевать что-то. Можно анализировать гармонию и на основе гармонии вставлять просто звуки с арпеджио, что, в общем-то, здесь я сделал только в третьем квадрате. Обыграл себе мой мажор, мейдж, то есть большой мажорный септаккорд. Ну, в принципе, что еще? И на основе своей техники. То есть у кого какая техника есть, то есть тот и может ей пользоваться. То есть если, например, вы можете играть быстрые пассажи, то вы можете какие-то кусочки вставлять быстрые. Но чистить, в принципе, как бы сейчас, не знаю, то есть есть ли смысл в попсовых песнях увлекаться вот этим мандражом или нет? Или же лучше сделать какие-то вкусные, какие-то красивые вещи, чтобы они нравились не только гитаристам, но и простым людям, чтобы оно соло, оно въедалось куда-то там внутрь, в сердце, так скажем, и появлялось какое-то, и появлялись романтические какие-то образы. Ладно, всем спасибо за просмотр, надеюсь, что это было полезно. Пока!